Меня зовут Пак Валерия. Откуда вы? Я из Казахстана, из города Тараз. В Китай я приехала учиться. Попала я сюда через компанию MyChina. Получилось это очень быстро, спонтанно. Я просто заполнила мини-анкету в интернете. Там была в виде рекламы. И мне сразу же перезвонили из компании MyChina. Все рассказали, объяснили. Ну, меня эти условия устроили, и вот потом я уже стала оформлять договор, чтобы приехать в Китай. Мне 18 исполнилось в этом году. Хорошо. Было, потому что до этого я без родителей не ездила за границу, и им было страшно меня отпускать в другую страну, одну, но они решились. Повлияло то, что они хотели, чтобы я училась в Китае, чтобы выучила китайский язык, потому что потом это мне пригодится для моей будущей профессии, и это их сподвигло. А переводчиком. Все-таки в Китае было бы лучше, здесь языковая среда, тут есть практика, нас обучают чисто на китайском языке, китайские учителя, и тут это было бы намного эффективнее. Было очень непривычно, другие традиции, обычаи, еда очень острая, непривычная, люди, очень много людей, китайцев. Но потом мы со временем привыкли, даже сейчас кушаем китайскую еду, общаемся с китайцами. И если они хотят выучить китайский, там, учиться в Китае или в другой стране, то пусть не боятся.